Ага. Видели, да, кто больше всего хочет поймать? Видели. Девушки, я советую вам перемешаться теперь, потому что Анастасия видела, как вы стоите, мало ли что. Ну и вот теперь еще раз. Уже серьезно. Тут борьба, аккуратно. 3, 2, 1, поехали! Кто поймает букет? Кто? Чей букет? Есть! Вот так, друзья, человек, который стоял в сторонке, легко ловит букет невесты. Вот так. Ну что, 3, 2, 1, кидай! Ловите, ребята! Чья салфетка? Да, подвязочка-то пока еще на месте. А борьба была не шуточная. Видели, как Алексей и Юрий выпрыгнули практически волейболисты такие? Ну что ж, теперь уже настоящая подвязка, настоящая попытка. Кто ее поймает, сейчас увидим. 1, 2, 3, кто поймает? Юрий поймал подвязку. Вот так вот. Я так понимаю, Евгения поймала букет, Юрий поймал подвязку, а они как бы в домике, как бы на заселении, да, вот это вот, то есть вместе, да, они пара, они объявляли себя парой. Вот так, друзья, складываются события у нас. Юрий поймал подвязку, Евгения поймала букетик, вполне возможно, что что-то у нас здесь произойдет. Если видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.